Хайлайты лучших членов конференции Упермаргинала на канале Аутичный. Ссылка в описании. Алкоголик подходит другому алкоголику. Третьим будешь? Тот говорит, буду. Тогда пошли искать второго. Я за свою жизнь ни одной рюмки водки не выпил. Не свисти, не может быть. Точно тебе говорю, я пью стаканами. Что ты все молчишь? Рассказал бы что-нибудь. Что тебе рассказывать? Ты ведь глухой, как пень. Интересно, а что с ними дальше было? Вот читаю новости. В Москве осудили 9 экстрасенсов. А что это? Исследователи знают, что экстрасенсорика не существует? Или именно их экстрасенсорные способности были фальшивыми? Очевидно, что арестовали мошенников. Они не смогли предвидеть и предотвратить даже собственные аресты. Генерал армии идет по техасскому городку и смотрит, почти на каждых воротах нарисована мишень и попали точно в яблочко. Он спрашивает у деда, тут кто у вас так метки упражнялся? А тот говорит, а это рыжий Билл упражнялся. Генерал армии говорит, ему место в армии, он очень меткий стрелок, оказывается. А дед говорит, он вам не подойдет. А генерал говорит, это почему же? Дед говорит, а он сначала стреляет, потом рисует мишень. Сколько вам лет? Мне ближе к 30, чем 25. А точнее? 55. На смену книгам, как познакомиться с девушкой, постепенно, со временем, мозг каждого мужчины приходит в вопросы, как перепрошить сознание жены в домашних условиях. Осенним призывом закончилась оживленная беседа студента с профессором по поводу места на автостоянке возле университета. Кандидат на какую-то там должность заполняет анкету. На вопрос, находились ли вы под следствием, честно отвечает, нет. Дальше идет вопрос, почему? Видимо, для тех, кто написал «да», а тот честно отвечает, пока что не поймали. Чайные листья Липтон, по мнению исследователей, помогают повышать цену на чай в 2 раза. Дед Петруха размышляет над кроссвордом. На вопрос, сторожевая или кончая, он отвечает, кончая. До 16 лет я был очень убежден, что все девушки очень красивые. А потом что случилось? А потом я перестал стесняться и начал носить очки. Больного готовят к операции. Врач говорит, скажу вам честно, во время такой операции многие умирают. У вас есть ко мне вопросы? Больной говорит, да, доктор, помогите мне быстрее одеть калоши и одежду. Жена говорит, что я алкаш, потому что бухаю каждый день. Вряд, конечно, пользуясь тем, что я ничего не помню. Подписываемся, кликаем на колокольчик.